Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил ход капитального ремонта Старогородсковской школы-интерната имени Фурагиной. Инспекция прошла в рамках отработки наказов народной программы и проекта «Новая школа». Также в ней приняли участие местные активисты «Единой России» и молодогвардейцы. К началу учебного года ученики уже смогут вернуться в родные стены, а пока ребят перевели во второе здание школы. Также Дмитрий Голубков осмотрел швейный цех. Здесь воспитанники и учителя образовательного учреждения сейчас шьют балаклавы к весне из облегченного материала для наших бойцов в зоне СВО.